Подаемся в этого. И в дерево свечу, если будет. Стойте, вы все В ФДР дерево, зажмите, не надо, мне захватить. Даренер этот. Захилит Если дерево, трэш. дерево появилось слева. Все отлично, там Ханта заливает. С хвостоплета там куча стака, можно ворвать маги. По водному стопнули, залили среднего. По водному стоп, по водному стоп. И добейте его. Добили. Плохо. Давайте быстро добиваем тех. Хватоплета бейте, по очереди тогда сливайте. Хватоплета. Все, раз, два, три, отлично. Нареснулись, хорошо. Под грибы своем. Справа появились грибы, ставимся под грибы. Сливайте большого. Здесь очень, в принципе, хорошо. Мамажа прям мана не садится и защита. Это вторая волна пошла, если еще. Там же стоим, там же появляется второй грибочек. С метка выйдете из рейда? Да, кстати, про метки забыл. На ком метке выходите из рейда? Я хантер выжил. Налево перебежали, слева грибочек. Забери, пожалуйста, фрейм в лосо. Тут дерево. Слева дерево появляется, зеленое, я вижу. Не надо, пожалуйста, перебивать. И там сейчас будет следующее. Мелкие. Плохо. Отойдите все в кружочек. Отойдите все в кружочек. И заливать по одному. Далеко вас отошел, очень далеко. Кто там может с этим, поставьте, пожалуйста, метки. Чтобы по меткам били. Вот, который справа, один остался. Сейчас посмотрим, сколько дамажа. У нас рейд, в принципе, РДДшный, никто не должен стоять в танке. Забери, пожалуйста, одного с меня. Не, пускай бьет, пускай меня бьет, пускай бьет. Не надо ко мне подходить. Сзади дерево. Задрузился, слей сзади дерева, ты рядышком стоишь. Потому что мурка за деревьями не бегает, ты же не сможешь оставаться за деревьев. Все, дерево сбили. Можно чуть-чуть повешать, у нас есть на протопале одна сыра, поэтому если будет взрываться, я скажу. О, еще больше. Ничего страшного, это тоже, это уже другая волна, это уже четвертая волна пошла. Задруги, дай, пожалуйста, по окошкам КБР. На клипсе отводи от рейда чуть-чуть рэш, если можешь. Все, дайте кошку морка бафы, дайте стамину, интеллект, каску, лапку. Не массакр, 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 давай, пал. Массакр. Нет, не дал, ладно. Потом я объясню, как давать. Догадайте мелкого. Готовьтесь, осталось две волны. Если я не ошибаюсь, у нас четыре волны было. Три волны было. Мне кажется, что не три было. Элементали. Сливать их одновременно. Мне кажется, что было две волны вот эти. Мелкие, это было две волны. Босса, посмотрите, если у него 25 стаков, значит еще одна волна будет. У него 55 стаков. Тогда еще две волны будет. А сколько у меня изначально стаков? Где-то больше. Дерево сзади, следи дерево. Стопнули по элементалю воды. Элементалю воды не бейте. Пускай он там сзади стоит. Спекайте себе звездочку хватоплета. Звездочку все свишнулись. Спасибо, кто там расставляет мне меточки. 5 минут до берсерка, отлично. Все, заливайте всех АУЕ. Первый, второй. Третий. Готовимся остановиться под грибочком. Два грибочка сразу под дерево смотрят на баб, я буду выбегать.
Слева далеко дерево, и Хантер выбежал из рейда. Слева далеко дерево, а креветочка, пожалуйста, залей дерево. Визитря. Визирия Маша выбежала. Хантер. Так, грибы уменьшаются, слева можно прибежать. Депонатор выбежал, пожалуйста, с рейдом. Добивать это может чуть-чуть осталось. Чуть ближе можно стать, грибочек растет, но мне это фигня, я отбегаю. Простите меня, алло. Ты нас лишил ШП с манорегеном, у меня нет? Я поставлю тотем на ману и скажу прочитать гимн. Вот сейчас можно ставить, читать гимн на ману, я поставил тотем. Алло, Гера. От грибочки можно не становиться. Даю Геру и поехали. Я... Поехали. Не домогли. Фулбосс вливаемся. Я был прав, это были два... Это были две волны. Так, стоп. Да. Ну, такое не забыли. На фазе, когда кончаются стаки у босса, она кидает в каждого под ноги зеленые шарики. Через 5 секунд они взрываются. Я их... убегать. А, все вижу, я почему-то их в прошлый раз не видел. Сейчас вижу. Все, я ушел. Нахилиться больше, чем мы. Это... Ну... Ну, она хилится сейчас, потому что уже все умерли. Давайте падайте и заново. На второй фазе она не хилила. Все было нормально. Я про эти шарики совсем забыл, что он это. Что-то может. Здесь смертельный выстрел у Ханта. Клипс, ты вернись там спиной. Твоя смерть даст начало... Все, поехали, сейчас убиваем быстро. Спокойно. Ничего бывает. Может, меня все падает, так вдвоем. Да нет, у нас, в принципе, с дамагом все хорошо, у нас нет проблем с дамагом. Я не хочу лишний раз рисковать. Единственное, что я за эти хернюшки... Там корни были. Тоже надо быть отмансить. Вообще, да, если... Тут даже в одного танка мы проходили, там танковал у нас Тагариус. Заливается проще трэш и быстрее. Ну, это я не знаю, если Клипса справится. Это надо как бы и босса водить, одновременно его под гриб вести и большого сразу забирать. Если танк справится, типа, то какой-то ДД может... Я понимать. Думаю, что, ну, типа, смысла нету что-то пробовать. Этим рейдом мы бываем первый раз, поэтому... Я хочу сначала бить просто по обычной тактике, а потом же можно будет возвращаться на следующий КД. Когда уже тоже сам все тактики позапоминаю еще и как. Так а какая у нее механика отхила? Почему она отхилилась все-таки? Кто-то может конкретно объяснить? На ней она... все равно висит баф, который хилит определенное количество ХП. Просто на первой фазе на ней куча стаков, которые усиливают этот баф. С каждой волной мы снимаем некоторое количество этих стаков. У нее хил остается, но он слишком маленький для того, чтобы отхиливаться. Принял. Вот видите, вот природная бомба лежит на этом, на земле появляться. На... А еще я заметил, что на надо 70... Надо... 70... Да, надо захилилось до 100 просто за секунду. То есть, ну, там, скорее всего, так, пол рейда уже лежало, 70%, бам, 100%. Что это было, знает кто? Сейчас. Это дерево взорвалось. Ну да, ЭНР это такое. Да, Ренара. Ну, вот Ханта, кстати, у тебя я Хантер назначил ответственным убивать. У тебя самый длинный оранжевый мага. Давайте чекаем готовность. Делаем все то же самое, только... Ну, я буду анонсить, если кто-то будет рядышком. А, еще будет просьба. Хан, да. Поставь, пожалуйста, на пул на кучу маленьких мобов, потому что они появляются в разных зонах, я топаю, а по всем не попадаю, и сложно их собрать. Они туда-сюда бегают весь бой. Ну, я же сказал изначально, что на пул он давал на этот, на
Чтобы на пол давал. О, не надо. Все, в принципе, все готовы, можете гулять. Сейчас на себя поставлю кружочек. Вот РДД стоит в кружочке, танк стоит в центре примерно. Появились три элементаля. По водяному элементалю сыграли чуть слабее, потому что, видите, он у нас почти постоянно убирает мир. Умирает первым. Ну и ХП, в принципе, меньше, если не ошибаюсь, да. Слева дерево. Дерево слева растет. Сбейте дерево слева. Все. Сбили, отлично. На пол хант можешь на этот уже отдать. Хотя нет, в принципе, не надо. Кошка-мурка, как обычно, умер. Кого? Дай, пожалуйста, может, по кошке-мурке БР. Сразу по нему бафы. Надо, чтобы он на себя сосредоточился. Добейте, пожалуйста, в среднего плесечника. Разговор плесечника. Слышно, Лиси? Добивайте. Готовьтесь, мелкий вылез. Сейчас на пул по клипсе даже хант. Разбиваем их по одному. Вам человек ставит метки, если не ошибаюсь. Нет. Не надо ауэши здесь. Вот, которые выбежали два с без радиус. Лоу хп, вот него надо вливать. Нежелательно отбегать. Кружочек вливайте. Поставь кружочек еще на одного. На любого рандомного, пускай все вливают в кружочек. Все, кружочек выбрали, в кружочек залили. Если кто увидит дерево, я не вижу проносит. Но я стал так, что я должен все видеть. Смотрите за своим хп. У кого лоу хп, пожалуйста, не стойте под мобами, они когда умирают, они взрываются. Не очень-то приятно. Заберите с кошки. Все забрали. А, теперь день проведен мне. Становимся под грибы. Дерево. Дерево появилось по центру. Залили дерево. Отлично. Я хантер выбежал. Прям под деревом грибок, если растет, можно туда. А, закрыл, выбежал. За деревом растет грибочек, можно туда отбежать. Добивайте. Чуть-чуть осталось. Отлично, ждем. Четвертая волна появилась. На пул в клипсу. Все аккуратненько. После того, как собьем это, в принципе, нет, сейчас давай я загрел на ману, я ставлю все это темп поставил. Отлично, мана все есть. В прошлый раз садился меньше. Петочника, который, ну, в принципе, там протопал сам добьет его. Отлично. Справа дерево. Справа дерево возле босса. Слишком здесь добили, приветочка свечнулся. Басо тоже может там дать по нему джаку какую-то. Либо ноль. Все хорошо. Добивайте мелких. Готовимся, сейчас будет последний. Нет, это. Пятая волна. Стали под грибы. Смотрим на свои дебафы. Дерево появилось сзади за боссом. Сзади за боссом кто-нибудь подбегите, свечнитесь. Все, хан пошел. Отлично.
Игнатор молодец. Азрил выбежал. Кошка Морка выбежал. Сейчас, по идее, должны появиться три элемента. Да, все появились. В принципе, как и в прошлый раз, аккуратно, с водяным элементалем, бейте его в последнюю очередь. Меньше всего хп. Кливайте через хватоплета. Дерево справа появилось, дерево сбили. После этой волны начнется вторая фаза, я дам Геру и внимательно смотрим за себе под ноги. Когда под вами вырастают семя, вы должны будете оттуда выбежать. Потому что они взрываются и бьют больно. Стоп охватоплет в клеточников влились. Дерево слева появилось. Все, дерево добили. Добивайте. Кривайте все это говно. Представляю тотемы, блин, тотемы уже закончились, долгий бой. Сегодня добили, даю Геру. И чуть-чуть рассредоточили, чтобы видели. Появились семя, отбежали все. Семя появилось, отбежали. Все, семя пропало, можете стать по своим местам удобным. Появились. А, 5 появилось, отбежали все. Семян. Появились. Они, в принципе, все время появляются. О. Дерево сзади за Фреей, дерево сбили. Смотрите, Семяна появились. Почему только 2 человека? Отбежали. На вас не забывай на пул давать пока, потому что что-то, ну, на всякий случай. На срыв хороший, семья появилась, все отбежали. Я не отбежал, что? Семья появилась, отбежали. Там один в воздухе вообще появился. Два. Ну я вижу только один, к сожалению. Семья отбежали. Дерево появилось справа за деревом. Нет, слева за деревом. Подбили. Отлично. Семя появились. Нет, только закончились. Вот сейчас появились, отбежали. Закончились, бьем. Семя появились, отбежали все. Затрулю, дай, пожалуйста, Инар по мне. Дерево появилось, дерево сбили, нашли глазами, где оно. Так, я дерево где-то не вижу. На дереве. На дереве слева. Прыгнет здесь. Все, молодцы. Плохо. Вижу, уже нашли. Нет, семьи появились. Успели сбить, к счастью. Там у нас особо профессиональный. Одна минута. Должны успеть. Семя появилось. Семя появилось, отбежали. Да, должны успеть. Да. Дерево появилось сзади за деревом. Свишнились. Все, в дерево вливаемся. Не успеваем. Гимн на ману открылся. Хорошо, ну давай гимн на ману, я ставлю темп. Семя появилось, отбежали. Чуть-чуть не успеваем. Мы попытаемся, она ваншотает, да? Или нет?
Солнце. Семя появилось, бежали. Дерево появилось, дерево возле босса. Пал, возьми таунт этот. От БЗшки. Сколько осталось? 200к. Попытайтесь забить. Сколько я остался? Она отхилилась, сказал один раз. Отхилилась, да. Там было 500, а стало 800. Да, к сожалению, не хватило у нас чуть-чуть дамага. Чуть-чуть дамага не хватило. Что у нас по наносимому урону? Плохо. Ну давай тогда попытаемся без Азриила. Азриил спикнется в ШП. Не хватило каких-то 200 когда на донести. Нам не нужен рпал. У нас есть хрипал, у нас есть... Для Маригена я имею в виду. Потому что, ну, у нас спикнется в ШП. Погоди, рпал тебе как дает Маригена? Он такой же баф дает в исполнении. А, ты про этот? Да? Ну, в принципе, я ставил два раза тотем, два раза гимн был. Да я даже один раз себе не менее... заливаю, толку от этого. Хорошо, у нас озрел успех, если в ШП попытаемся в 2 кило сейчас. А можно как-то по-другому сделать, знаешь, типа, короче, ну, когда вот эта фаза будет, мы Фрейю бьем, как на Хейгене бегать с таком, типа, семена появились, так перебежал, а то какая-то вакханалия, если туда-сюда летает, нихуя непонятно, ну, лично мне. Мы вообще с Войтом в прошлый раз по бережкам, типа по квадратам. Теоретически можно? Не, в принципе, можно, но отбережать два, неважно, ты в стаке или не в стаке, это то же самое, как у меня. Нам надо было как-то, ну, первую фазу чуть более дамажить. Ну, нам не хватило буквально сколько? Секунд 10, чтобы добить. Вот это обидно. А потому что два раза дерево взорвалось и хильнуло ее. По дереву все должны играть, что я думаю. Сейчас я вынесу человек. Проценты. Одну секундочку. Если мы вместе будем бегать, то нас лучом, по идее, будет все время бить вместе. Так, один человек на белый отошел на минуту. Ну, мы пытаемся, у нас закинуть, в принципе, проблему. Спекнулся ШП. Уже спекнулся. Ну я большого этих бомб, вот что я заметил. У меня есть вопрос. Как этот делать макрос, чтобы метка автоматически кидалась? Не знаю, на самом деле. Сейчас я кое-что сделаю, возможно. Так, ну теперь я смогу метки давать. Я открыл себе эту панельку, буквально она мне не мешает. Выпейте фласочки обязательно, не забудьте. У вас должны быть фласочки на СПД. А кто фласочки не пил, вот скорее всего, ему и не хватило этого. У меня на трое закончилась как раз фласка. Да. Последний бой. Дайте мне обмен, я дам вам фласки на СПД. Не-не, у меня есть. Просто спала. Шамурка, держи. Еще раз обмен, я отменил случайно. Зрел гаража. Кому-то еще надо? Че, убили? Нет. Нет, не убили. Вот сова, я же вижу, у тебя нет, папа. Нет, есть, повезло. Войд, как сделать так, чтобы макрос автоматически метку вешал на таргет? Ну, типа нажал там таргет и дал метку.
Где-то был у меня. Давайте чек на готовность. В принципе, я как раз сам повешу метку. У меня есть этот... подвинул ладоны. Все, все готовы. Кошка-мурка, что у тебя ХП падает? Что ты делаешь? На ровном месте прям. Там рыбка стояла, можно было потрогать 20 раз. А, она только пропала. Во флудилку скинул тебе макрос, там от 1 до 8 метки. Один звездочка, 8 черепок вроде. Давайте чек на готовность. Так, клипс готов, все. Можно пулять. Нужно защитить оранжерею. Не бейте. Босса никто не вливается, лишний раз. Это раз с холипан надо будет попотеть немного. Повестры элементаля. Также сливаем их аккуратненько. Вот даю сначала вам на крестик сливайте. После крестика сливайте черепочек. В конце сливайте водяной. Слева дерево появилось, дерево слили слева. Их одновременно слить? Спешно черепочек. Слили в черепочек. Сначала в черепочек, потом крестик. Водяной закрывается. Все, стоим регеним ману, ждем второй волны. Даже волна не сразу появилась. Как на прошлых фреях. Появились мелкие. Начинаем с черепочек. После него крестик. После него квадратик. Потом луну. Череп, крест, квадрат, луна. Справа появилось дерево, по звездочке добили, отлично. Не надо стоять под ними. У нас рейд РГД, поэтому можно спокойно стоять между танками, прям по центру, там где-то 6 тысяч. Вы смотрите, вы не дрочитесь, вы не тратьте время на беготню, ебашьте мобов. По одному, по два, по три вы взорвете, вы не вайпнетесь. В это. Пока они метки будут искать, тыкать, блять, вы время проебете, у вас будет следующая волна выходить. Вы можете убить этот тоже быстрее. А в прошлый раз у нас выходили волны автоматически. Ну, одновременно, точнее. Ну так, блять, можно раньше заканчивать. Сейчас. Да, сейчас уже с ШП у нас нормально. Дерево появилось, дерево с концентре. Отлично. А цветочков не надо бегать, они вас не ваншотают, блять. Под грибочками стали, грибочек появился один прям под боссом, под миником. Смотрим за дебафами. Клипса выбежал. Слева растет грибочек, прям в дереве, можно на него. Приветочка выбежал. Все, добили, ждем следующей пачки. Дерево появилось слева от босса. Дерево влились. Отлично, появилось. Быстро очень били. Великолепно. Готовимся, сейчас будет третья волна, четвертая, прошу прощения. Сегодня ШП только дымаков больше стало. Я в демона спекнулся. Ага, хорошо. Все, стали все под грибы. Смотрим за дебафом. Да, кстати, кошмурка в демоне второй по дымагу. Сильно. Плохо. Агро? Дерево появилось, дерево слева от босса. Там, где танк стоит. Добейте. Все хорошо. Добили. Встали под грибочек. Готовимся к последней волне. Сейчас будут три элементария, которые надо будет одновременно злить.
Кошка Марка первый подманул. Хороший, хороший. А, стоп, я перепутал, появились мелкие. Вот сейчас будем мелких заливать тогда. Можно чуть-чуть повыше, как будет сказано. Да. Гера появилась в правом центре. Хорошо. Ну, не до фанатизма, конечно, блядь, за ХП смотрите. Ну, я сказал чуть-чуть повешать. У нас, в принципе, и массакра еще должна быть, но про паладин что-то ее не жмет, когда прошу. Все, в принципе, считаю, убили. Еще одна, да. Добивайте слева далеко один. Все, вторая фаза началась. Нет, еще одна будет этот. Последнюю ждем. Последнюю волну я перепутал. Точнее, прочитался. ДПС накручивает. А, дерево появилось, дерево появилось. Так, кто его видит? Я не вижу. Ладно, посмотрите. Да, ничего страшного. Элементарий также сливаем по очереди. Не очереди, а одновременно имею в виду. И следующих потом в конце водяного. По хвату плёта стопаните, я немножко в водяного и... Добивайте... Все, добили, даю Геру. Фулл брось босса. Смотрим теперь под ноги. Клипсы, пожалуйста, на пол. Клипсы у нас сейчас НТ. А где взрывы этих? Смотри, она кинет под ноги. Еще не было взрыва, я скажу, как не появится. Она что, запахлась? А, дерево появилось, дерево слева, сразу его разбили. Слышали? Вот кинуло шары. Смотрите под ноги, бегите, меняйте. Обежали все. Просто перебегите. Там радиус взрыва 12 метров. 12? Ну или 15. Что, я думал 8, ну ладно. Ну можете проверить. Да, не хочется. Появились, отбежали от них. Чуть-чуть просто вперед пробегите, там куча свободного нет. Азрил сейчас прочитаем на тем. Все, поставил тотем. Читаем на ману. Появилось дерево, дерево быстро слили. Дерево стоит. Сливат босс, точнее, возле дерева. Все, отлично, свечные, все били. У нас доберется еще 2 минуты, а на боссе оставалось столько же хп, сколько оставалось в прошлый трай на 30 секундах. Сейчас озарил улетит, мне кажется. Нет, не улетел. Все, молодцы, добили. Я улетел. Да, сразу был ШП, но я не был в отхиле. Ох, ничего себе, перчаточки сюда. Конечно, нужны. Посох с духом, с меткостью. Это, мне кажется, подойдет просто. Магам, совам, да всем подойдет. Мне кажется, больше демону он подойдет. Да, 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 да. Ну, тогда файру. Или Элиму. Элиму не подойдет. Элиму не подойдет. Меткость собрать. Ну и дух собрать. Хорошо, так, куда сейчас идем? На ходера проверим. Ага. Пойдем влево. И пешком. Хорошо, слушайте, девушка нам верно сказала. Опалившись галереи пешком. Так, а кто выиграл перчатки? Я выиграл. Великолепно. Сколько у тебя Т8 уже? В смысле, сколько у меня Т8? Один? У меня Т8 нету.
Ну, перч есть, да? Ну, перч уже есть, да. Единственное, это 8, которые есть. Так, теперь, Васо, пожалуйста, поставь отсил от магии льда резист на этот квартал. Био 5, ну, да, отходи. Тут очень опасный моб, нужно слева-справа, чтобы кто-то, кто сбивает каст, встал, потому что он дает дыхание, и на этом дыхании станет, типа, как моб, вот этот колосс в целка, знаешь, квест, который... Вот, и нужно, да, типа, я понял. Чтобы кто-то каст сбил. Да, ребята, да я вам минуту тоже, я пойду прикрыл, 3 человека ушло, и лишь написали его. Поэтому минуту он дается. У кого-то есть две абсолютные пыли? У меня есть, я... У меня есть две абсолютные пыли, я подойду, отдам тебе. А кому дать? А все, уже дали, спасибо. Ты его имеешь в виду, этого большого? Надо стоять касты сбивать, да? Да, да. А что по хилам? Сколько там? 2 хила, 3 хила? Я хуй знает. Ну типа хм вы не сделаете точно. Нет, хм не собираемся пока. Попробуйте. Не на этой неделе, на следующей возможно. Попробуйте 3 хила. Сразу. А танк один там нужен. Я могу. Ну тогда Вано... Васо, почему Вано? Васо спекнется у нас в ДД, у него ретрик есть, если не ошибаюсь. Липсов ПМТшит. Просто что я с этим хулипалом не хилил еще, я не знаю, как он хилит. Прикол. Так, я тоже декорирую, там не агрик, я клипса ушел в био, он нарисовал мне личку. А сколько у нас боссов осталось? 3. 3, это Хадир, Торин и Мирон, да? Да. Хочу уже на Йоксарона. Единственный босс, на который я так хорошо знаю настолько, что даже не ксячу нигде. А что там надо делать? На Йоксароне? О, ну интересный очень босс. Веселый. Я знаю, что там типа что-то с искажением разума. Да. Полбоя если... надо предстоять спиной к нему, потому что если повернется, у вас стаки спадают, а если стаки спадут, то контроль как на лане, стрелку просрали. Надо. Там очень много танков на самом деле, всех не скажешь. Но он сам по себе очень интересный, и сложно. Он в свое время считался. Да, он в свое время считался одним самым. В принципе, до сих пор считается одним из самых сложных боссов за всю историю Warcraft. За все патчи, а в десятку входит. Какое-то 8 место или кто. То есть даже лодергирные. Тун самый сложный босс считается один из. Йоксарон тоже считается. Он, конечно, не такой, как Тун, само собой. Но тем не менее, он входит в десятку. Так, давайте еще на присутствие для начала. Чтобы танки были здесь. И с хилами. Опять сова улетела. И кошка Мурка вместе вдвоем. Нет, все. Сову вспомнит, сова нажимает. Ну ладно, демона нет, ничего страшного. Давайте танки начинайте, я стану справа, а кто-то, кто хочет позбивать косты, может быть слева. Снег не забудьте. Просто резист вижу, отлично. А, это топот надо было сбивать? Топот не сбить. Топот не сбить? Угу. Ладно, я встану, ничего страшного. Он... Ебин... Он тупой просто. Видишь, он летает? Да, тебе в ДЦ надо будет, я вижу, что он летает. Вот это фигню надо было сбить, я понял. Все, здесь танк, вижу, можно встану. Все, я достаю, я встал, так что я не доставал до него. Не то сбил. Он уже пускай летает. Хочешь летать, пускай летает, ничего страшного. Имеет право. Не согласен. Не должен иметь право. Каждый человек имеет право летать. То, что вы не летаете, это... Панатра, вылези из сугроба, пожалуйста.
Опять я умер. Да что ж такое? Да все умерли. Да нет, там умерла только я и их надо. Спасибо. Приходится блинкаться, это отдавать Салу. Не кидать. А тут Тремор, кто там работает? Интересно. А он не этот, он же не кидает, я сбил. Он же не кидает, там страх или что-то такое. Там сзади Тремор. Да, там. Ну ничего, добивайте большого. Все. Как мелкий трэш. На пол на клипсы, пожалуйста. Где в него заробника сперва? Он откидывает. Смотрите, возле сугроба не стойте. А, загробником, ну, в принципе, вообще их можно вот клипса правильно сделать с спиной. Вот, на меня ничего таки снежок кинул. Сегодня в одном диалоге интересно снежки вспоминал. Раз. А, не забывай на пол, давай. Дому. Навар, пожалуйста, на пол не забывай, давай. Отвлечение. В общем, да, смотрите, весь рейд будет в плане, как в Нексусе на Винсте, должны все будут на бегать. Постоянно, потому что на вас будет вешаться стаки, дебаф, если не ошибаюсь. Надо просто двигаться, там раз в 2, раз в 3 секунды, сделать 2 шага для того, чтобы... То есть сделать 2 коста, отбежать, сделать 2 коста, отбежать, для того, чтобы стаки скинулись. Время от времени, как уже Рой сказал, будет появляться на земле... Резни, пожалуйста, пало, все. Время от времени на земле будут появляться большие... метки, как на Синдре вот летит эта залупа зеленая, надо будет отбежать, туда падает глыба, осколок, который разбивается, и под ней появляется боевая зона, в которую надо будет обязательно забежать. Кто не забежит, его заморозит и жопа. Можно даже очередь буду сделать. Ну, в принципе, это все основное, что надо знать. Плюс, не забывайте, изначально, когда мы пуляем, надо будет эти зеленые склепы разбить. После этого, так, там босс еще, я не помню, как он выглядит, дает баф, который повышает у вас там скорость каста, дамаг. Смотри, давай я расскажу. Аурен, короче, давай. Короче, вот стоят глыбы замороженные, там мобы, которые вам помогают босса бить. Они дают 3 вида бафов. Соухи дают столб света, в него заходишь, повышается хаста. Шаманы дают электрический заряд на одного из игроков. Кто рядом с ним пробежит, или если он пробежит рядом, увеличивается крит на 135%. И маги раскладывают костерок на полу. Костерок предотвращает стаки трескучего мороза. Трескучий мороз — это стаки, если вы не двигаетесь, получаете стаки. И они стакаются там до 100 или до скольки. Короче, как на Киристразе, нужно либо прыгать, либо бегать. Если останавливаетесь, будете получать дамаг и умирать. Дальше босс использует, первое, падают сосульки маленькие, из них обязательно выбегать, как в яме. Ну, она, если одна попадает, то она до 10% где-то хп снижает, то есть вы можете сдохнуть. Второе, босс вызывает большой каст, делает большой каст, появляются две метки большие, как вот лужа была, это в коридоре. Сначала надо от нее отбежать, только недалеко, метров на 10. И когда на него большой сугроб упадет, забежать на него, на этот сугроб. Он предотвращает заморозку. Если вы не забежали, то вас заморозит в глыбу, и вас нужно будет разбивать. Кроме того, босс в первый же каст этот большой использует ледяные дуновения. Они вместо автоатаки, босс начинает бить по 30 тысяч магии льда. Нужно прохиливать танку, отдавать прожимку, и по всему рейду будет дамаг проходить по всем 10 людям в течение 20 секунд. Очень большой дамаг, его надо будет оверхилить. Кроме того, еще босс кидает на одного из людей заморозку, то есть замораживает его в глыбу. Эта фигня диспелится, а те, кто рядом вокруг 10 метров от этого человека, они примораживаются к месту.
это тоже нужно диспелить или обликом, или чем-то снимать. Потому что если в этот момент глыба сверху падает, может убить, ваншотнуть. Ну и берса у него 9 минут. 3 минуты, если успеваете, то это этот хардмод. Герас пул один. Герас пула не лучшая идея, потому что с пула сначала, сначала разбиваете мобов, освобождаете. И они начинают ставить бафы. Костры, вот, столбы света, электрический баф. И как только весь рейд ДПСеры хотя бы словят бафы на хосту, там можно геру давать. Но при этом постоянно нужно двигаться. Танку и всем. Ставить его куда лучше? По центру, там никуда его, стоит. Его никуда не надо ставить. Его можно водить, а можно просто вокруг него бегать. В принципе, там где сейчас стоит, там и пускай будем бить. Давайте чек на готовность. Все, надеюсь, услышали то, что Войт хуйни не скажет. Все готовы, ара есть. Еще такое. Нет, плохо мы сделали. Мастер аур подлет. Кто-то умеет давать через макрос? Я в половине не сото шара, надо будет мастер аур на каст, когда по всему рейду проходит дамаг. Или можно дать лучше мастер-ру на лосо. Лосо, у тебя есть макрос на мастер-ру? Давай еще раз. У тебя есть макрос на мастер-ру, которая сканцел аура? Да забей хуй, сейчас это... У вас трое хилов? Ладно. Просто у нас трое хилов, да. Просто похилите и все. А, да, он же в ретрике. Какая маска? У меня одно не обновился. Все, давайте чернопулы и... У него есть мастер аур. Пулять? Все, пуляйте, да. Разбивайте сарфолы, разбивайте эти все глыбы. Теперь смотрите, вот видите? Падают глыбы, мне надо отходить. Спереди и слева еще стоят глыбы, разбить их изначально. За трубью выбежал. Грозовая туча у нас за трубью. Миликам, который... миликам дай баф, забеги к миликам, дай им баф. Так, в центре появился свет. Тоже можно зайти, он баф дает. Да. Грозовая точка к нам забежал, имеет. В принципе, я думаю, уже можно герой давать, наверное. Еще там один баф должен появиться, нет? И костер справа стоит. Все, уже не стоит. Так, надо все захиливать. Блин, вспышка. Смотрите, падают две глыбы. Ушли все с центра. Теперь все зашли в центр подлоса. Забежали все, забежали, за друлю не забежал. Ух, ну ты чё, за друлю спишь, что ли, или чё? А за друлю никто не забежал. Разбивайте все. Все время бегайте. Бегайте в звездочки на этом. На привет, кто на себя звездочку? Плохо, дай, пожалуйста, за друлю по Азриилу. Бэр. Сразу читай гимн на ману, я ставлю тотем для тебя. Здесь по мане особо не садимся, но тем не менее. Два каста сделали, отбежали. Два каста сделали, отбежали. Смотрите, слева выбежали все, собирали метр, выбежали, собирали. Теперь забежали все, забежали все. Все забежали. Отлично. Выбежали. Ладно, хрен с ним, я даю геру сейчас. Поздно, надо было чуть раньше дать. Два каста сделали, побежали. Слева стоит эта херня, которая баф дает. Ну, луч света, вставай, хосты будут, блядь. У тебя усовых хосты нету. Да. Плохо, здесь гимн на хп понадобился бы. Так. У задруления ТБР, по Азриилу, пожалуйста, Маша, дай БР. Отходите, недалеко. Центра,
центра. С центра все вышли. Забежали все в центр. Забежали все в центр. Все, вспышка прошла. Отбежали. Сразу за хилем. Дайте по нему инер, если есть немножко. Дай по инер. И глыбы сразу сперва разбиваем. Да, глыбы не забывайте разбивать, они вам бафуют очень сильно. И после этого не забывайте бафы заходить ловить. Так, сейчас за хил надо жесткий. Если вспышка, смотрите, две глыбы выбежал, хант оттуда, хант выбежал. Все забежали зашли туда. А, я на костер стал не мог забежать. Все, выбежали. И по новой. Меня разбейтесь, меня фрустнову не здесь повели. Разбейте, пожалуйста, глыбы стоит сзади. Там, где этот. Три глыбы, там, где столб за боссом. Сейчас захилять надо будет сильно. А, готовьтесь. Дошли, все по центру были две большие, все вышли оттуда. А. Забежали теперь. Выбежали. Давайте глыбы. Сзади две глыбы можно разбить. Не забывайте бафы ловить, выбор разбивать и ловить бафы. Смотрите, в центре две метки, выбежали все оттуда. Упали, все забежали туда. Заходим, заходим. Выбежали. Прощай, пожалуйста, гимн на ХП. Маша, как только откатаешься, инер залежь по ДЦ. процентов доберется 2 минуты, должны успеть. Колясочно, но тем не менее. Сейчас ледяная вспышка, надо тут прожаться. Вот сейчас, а у тебя гимна, понял, гимна ХП в КД. Можно мастера аурку под лед дать. Пошли. Забежали все. Выбежали. Я в текстурах немного застрял там на них. Плохо бывает. Сколько там осталось? 1-3 ляма. Ну, в принципе, да это должно сбить. Больше страшно, чем плохо. Страшно. Да, что за заморозишься. Я ставлю тотем на ману, сейчас десят вот хилиса, нормально. Заморозишься, ничего страшного. Вагоном 6%. Ух, и поймал. Отошли. А ты бежали все с центра? Зашли. Баф появился, забежали. Летаемся. Выбежали. И добиваем. Почти без потерь. Добили. Почти без потерь. Что там упало? Лук. Почему только на шамана? На вархан шам падает. Потому что у вас шаман голый, ему надо одеваться.
Дайте-ка в попу. Тихо. Меня Рез. Куда идем сейчас? А, идем на Торима. А, Хант выиграл на это. Жалко. Я бы второй кусок шабану отдал, Хант, на твоем месте. Там два куска вроде бы упало одинаково, ну, с одного сета. Если кому-то одному упало, да, то будет плохо. Быстро надо, на одну секунду уменьши КД. Да, хороший этот самый бонус для хила. Спасибо, конечно, большое. Большое спасибо. Давайте начнем чистить трэш. Ну потому что когда так происходит, когда два куска падает, лучше кого-то апнуть, чем сидеть с одним куском, два человека будут. И хуй знает, когда выпадет, в следующий раз выпадет или нет. Ну если что-то пойдет, то я... Отверни, ты что? Ну клипса! Красиво, я сам засмотрелся. А, доставайте, летите. Не, ну если знали, можно было заранее сказать. Да ничего страшного. Я же говорю, как только загрел, говорю, отверни. Так познается. Вот только сейчас услышал, когда уже упали. Да ничего страшного, бывает. Так все познается.